Но мы хотим исполнить песню в честь тех ребят, которые вышли из Афганистана. Мы эту песню написали уже давно, значительное время назад. И называется песня «Возвращение. Память тех, кто вернулся из Афгана». Как долго мы к этому шли.
А следующая песня называется «Встреча боевых друзей». Для всех вас, для всех ребят, все, которые собрались на этой сцене, эта песня. Поверь в сердце без слов, что с нами.